Я тебя хочу убить! Не надо, не... Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Фанк, Секрет, Стрелок, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровкайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это Gravity Falls, режим зомби. Я буду брать разных зомбаков, пытаться проникнуть во в дом и убить NPC Диппер. Он стоит на втором этаже, давайте я вам покажу. Зомби уже хочет мочить его. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Хорошо, это было, знаете, сейчас будем пробовать разные попытки, но какая-то из них сработает. И, как всегда, в конце мы все убьем. Всех убьем. Моя коробка. Первый раунд у нас будет Диппер, а второй раунд у нас будет бомба мощная. Сегодня буду использовать все по-честному, пытаться своими способами. Ах вы говно, решетку поставили уже тут. Эй, я тоже хочу в хату А тут стулья, блин. Вы что, реально всю хату заделали уже? А ну-ка здесь. Опа. Опа-па. Ого ты. Это было красиво. Продолжаем. Вы же не забывайте, у меня есть есть такой зомби, который может сам уничтожаться, потому что у него в руках мощная граната. Ого! Я четверых взорвал. Я так само могу Диппера взорвать. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. А вот теперь идет зомби мощный. На охоту. Так, этот зомби мне очень понравился, потому что самоуничтожение — это классная штука. Побежали. О, я могу прыгать. Прощай. Удачи тебе. О, я свет включил, что у вас тут темно. Ого, вдыхало сразу, ты чё? Я мощный. Ого, что за винтовка мощная? Это дробовик. Это дробовик? Да, дробовик. Дробовик. Да, какой-то дробовик. Я бегу к вам, я бегу. Так, у меня есть теперь мои придворные. Так, вот тут давай, вставай там уже. О, вижу, как проникнуть. Сейчас попробую стекло разбить. Я иду вовнутрь, пацаны. Я побежал. Убили. Красава, молодец. Я защищаю главный вход. Я тебя хочу убить! Не надо, не... Прикольная стычка, мне нравится. Третьего лица вообще круто играть в Гаррис Фот. Совсем другая игра, мне нравится. Надеюсь, вам контент тоже поднимает настроение. И вы сейчас сидите и улыбаетесь, так как я. Тем самым продлевая себе жизнь. О, они что, решетку бьют? Офигенные у меня боты есть. Так, выходим. Пока они там воюют, мы сюда сходим. Ха, прикольно так бегает. Прыжок есть, все четко работает. Это вообще идеальное оружие. Убили моих. Кстати, у меня 9 хп, это очень мало. Нифига себе, забаррикадировали. Ты никогда к нему не пройдешь. Как это не пройду? Вот ты не пройдешь, Дима. Сиди здесь, не выходи. Давай, да. Ты, короче, сиди. Слышь, вы задрали, вы моих этих мочите. Подчиненных зомби. Ах ты, 9 хп. Убил, молодец. Красава. Давайте от первого лица сыграем разочек. Это мой кентафорик. Ты что, меня бить решил? Подожди, я застрял. Я знаю.
не пройдешь, Дим. Вы жопы! Вы конченые жопы! Как мне пройти? Да это невозможно! И что делать теперь? Есть у меня шанс! Есть, ребята, всегда шанс. Просто надо его, главное, правильно использовать. Ой, давайте это удалим челика. А его нельзя удалить? А, я сейчас умру. Ну чё, пацаны? Я разозлился, на самом деле-то. Шутки уже прочь. Я сейчас, знаете, как его... Убили его? Ого, тут моих трупаков сколько валяется. На. Мне надо, короче, знаете, что сделать? Встать там, где дипера комната, и взорваться под ним. И я его убью. Я бегу под комнату дипера. Мы его и снизу построили, так что не убьешь. Только твои танки наверху. На, есть! Раскумарил одного по красоте. О, давайте я возьму тогда маленького челепиздрика для интереса. Зомби зомбами. Так, давайте мы сейчас возьмем себе чужого. Лицехвата маленького. А, маленького. Да-да-да. Смотри. Эй, ты дурак, что ли? Не получилось. Как это не получилось? Нет. Все получается. Где? А, у меня хочет лезть. Попал! Ого, да как? В воздухе попал! Ладненько, только нашего не убейте. Убил, убил, красиво. А, убил? Убил, убил. Я сейчас, короче, до дипера через дом буду. Попробую вовнутрь. Через внутрь дома. Кстати, я уже по лестнице иду. Врет. Че вру? Я не вру никогда. Мне кажется, Димас меня вселился, мне кажется. Попробуй меня убить. Бей меня, я на улице. Да, на меня Димас вселился. Есть, есть, я стал додиком этим. Я так и знал. А че ж ты не убил себя, не перепроверил-то? Я не понял. Так. Я думал, ты не вселился. Ай-яй-яй-яй. Я внутри дома. Я тихонечко атакую уже дипера. За ноги кусаю его. Сзади, сзади, сзади! Ай, он всел... Ай-яй-яй-яй! Не бей, не бей, нельзя. Убили Димаса? Где он? Ну чё, вы где? Теперь живой. А, я бессмертный, стой, стой, стой. Понимаю. Это жестко. Сейчас, я, подожди, я стану смертным. Ой, думаю, нифига себе, ты меня 1000 патронов в секунду всаживаешь, а мне нифига. Это самый любимый дробовик. Да я заметил, мой, кстати, не любимый. Не трогай. Так, я нифига не вижу, где я нахожусь. Офигеть! Ну все, ладно, ладно, спалил. Красавчик, как ты увидел? Секрет красава. Подспалил. Так, как же до дипера добраться? Как тогда на него надо добраться? Попробую я каким-то... Не знаю, каким-то образом надо добраться. Ты даже не доберешься. Да доберусь. Я уже, кстати, лестницу пытаюсь как-то поломать пропы там возле лестницы. Тут уже... Решеток наставили, кубиков наставили. Как мне туда побраться? Вот как? Ну как? Ах ты жопа, блин. Я знаю. Даже это, Пикачу-то, ой, вы убили своего. Даже ты поднимешься на ногу. Вы спалили, что я был в одном из вас, да, был? Я поднял на всех. Офигеть, вот от своих. Блин, ну как мне теперь вас попасть, дипера убить? Так, наверное, съем.
Отвали, 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 отвали! Отвалите! Я побрался, я побрался! Убивайте! Пытайтесь убивать его. Где он? Офигеть, я зашкерился! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Так, давайте поудаляем немножечко. Вы убьете дипера сейчас! Удалите все, чтоб легче Димаску. Но вы заставили баррикады. Ну что, пацаны, что будете делать? Красиво. Я выиграл, я дипера убил. Я убил дипера. Но мы долго продерживались. Да, 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 да. Очищай карту, ребята, и сейчас последняя битва у нас будет. Это будет битва... когда вы будете защищать бомбу. Ты жопа, блин, испугал меня. Так быстро замочили? Я в дом бегу, отвалите. Быстрее, он поднимается к вам. Я бегу, я бегу. Поднимается к вам, быстрее. А где бомба-то? Я забыл, где я ее поставил. А, я его не убил? Что? На! Она не вот взорвалась. Она не... Она не взорвалась? Она не взорвалась. Уничтожили. Это я случайно стрельнул. Да, шарами не надо. Потому что если взорвете вы бомбу, вы проиграете. Это можно стрелять? Ух ты! Вот это жесть! О, быстрый зомби! Быстрый, быстрый, быстрый зомби, это хорошо. Но бегает как обычно. Я могу махать в это время. Убил, 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 убил! Сюрприз, после фак. Вот это вы мне в лицо выстрелили. Блин, ну что вы такие жесткие? Все, я иду чисто к бомбе. Цель моя есть. Взорвать весь дом. Я это сделаю. Я это сделаю. Отлично. Уничтожил хоть одного челика. Так, так, так. У тебя не получится пройти. Да я не могу никак взорвать эту бомбу. Она не удалилась. Подожди. Или нет? А, нет, она не... Не удалилась? Или удалилась? Не, ну она тут стоит, вот она, я ее вижу. Слышите? Да. А, бомбу запустил. Бежим! А кто бомбу активировал? Бежим! Бежим! Сейчас взорвется! Ну чё, вы где? Я тут-то. Я убегаю, потому что сейчас бомба... А я не могу, да, я не могу, кстати, бомбу взорвать. Я ж чужой додик, я просто на неё смотрю. Она сейчас рванет. Нет, она не взорвется так, когда я нажимаю, еще надо ее активировать, так. А у неё секунд... Да нет. Поднимайтесь до бомбы, не ссыте, я тут, возле бомбы. Я просто слышу ее, кто-то... Давайте, я вас жду, возле бомбы я. Мы застряли. Идете? Сейчас. Давайте, я вас жду. О, надо защищать бомбу мне, наверное, за чужого, а не вам. Все, я победил, получается. Я победитель? А, чужим играет. Ух ты! Ну, вот это взрыв! Вот это жахнуло! Все. А кто взорвал ее-то? Я
метко закинул гранату в окно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!